Еще 7 лет назад Татьяна Земцова была счастлива в Луганской области. Гром грянул, когда в Украине развернулись боевые действия. Спасаясь от ужасов войны, семейство бросило все. Из страны выбирались под обстрелами. В Беларуси у мигрантов началась жизнь с чистого листа. Супруги устроились на работу, позже купили дом. Теперь о всех страшных событиях 2014-го женщина вспоминает с содроганием. Я здесь, когда гуляю по городу, я все время смотрю на людей. И вот я понимаю, насколько это все зыбко. В один миг это может прекратиться, например, как у нас. Мы не думали, что это с нами произойдет. И как люди должны это беречь. Татьяна Земцова признается, в Беларусь она просто влюбилась. До сих пор не может надышаться свежим воздухом. Женщину восхищает доброта и открытость людей, чистота улиц и слаженная работа госслужб. Жизнь, говорит, наладилась. Дочки выучились, младшая стала актрисой в театре имени Дунина Марцинкевича, старшая посвятила себя музыке. В январе семья получила белорусское гражданство, появилась уверенность в завтрашнем дне. Я, конечно, была очень счастлива в этот день. Я даже плакала, потому что мы шли к этому долгих 8 лет. Я теперь понимаю, что наконец-то я обрела для себя здесь свой дом, а не просто нахожусь в гостях. И таких жизненных историй, которые изменили судьбы людей, в нашей стране очень много. Только в Бобруйске проживают более 3500 иностранцев. Из них свыше 500 из Украины. Свое будущее они связывают с Беларусью. Именно поэтому по поручению главы государства процедура получения гражданства и вида на жительство для мигрантов из страны-соседки была упрощена. До 15 апреля действует безвизовый режим. В прошлом году состоялся большой разговор с президентом, а после этого события. Более 100 граждан Украины, прибывших из Донецкой и Луганской области, изъявили желание получить гражданство Республики Беларусь. На сегодняшний день 38 граждан получили гражданство Республики Беларусь, и более 20 материалов находится еще в производстве. После указа президента с августа 21-го свыше 3000 мигрантов из соседнего государства стали белорусскими гражданами. За 7 лет с начала военных действий на Донбассе в нашей стране мир обрели более 200 000 украинцев. Каждый из них не понаслышке знает. Все познается в сравнении. Татьяна Горбач, Станислав Чечерин, Бобруйск 360.